Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер. Значит, это седьмая серия моего прохождения Gran Turismo 2 для первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами закончили прохождение всех лицензий. Последней у нас была лицензия класса S, суперлицензия. Мы ее тоже одолели. Ну а в этой серии мы с вами начнем покорение гоночного Олимпа. Ну и начнем мы с очень приятного такого действия. Это покупка машины, своей первой машины. Ну и в прошлой серии я вам задавал вопрос, на какой бы вы хотели машине, чтобы я начал прохождение. Ну, активность была очень велика. Столько отзывов и предложений. Вот, ну, на самом деле я шучу. Всего один человек высказался. Один из моих подписчиков. Постоянно он комментирует. Спасибо ему за это большое. Он, значит, предложил выступить на машине Nissan Skyline, но не GTR, а более такая прирученная версия его, это GTST, заднеприводная модель. Да, ну и раз уж он был единственным, исполняю твое желание, Виктор. И сейчас мы приобретем наш первый автомобиль. Он есть в двух конфигурациях, в двух вариантах. Есть вот такая со 187 силами, а есть еще вот такая немножечко по раскачанней, 212 лошадей. Но я думаю, мы возьмем все-таки менее прокачанную, точнее как, не то что прокачанную, а послабее версию с 187 силами. Возьмем вот такую белую и начнем на ней. Потому что я там посмотрел, есть один чемпионат, если мы возьмем 212 лошадную версию, то мы уже не проходим по ограничению в него. Ограничение там 197 лошадок. Вот, чтобы на первой машине нам охватить наиболее полную сферу всех изначальных чемпионатов, возьмем вот эту версию. Ну что же, итак, покупаем. Первая наша машина, поздравляю. Ну и денег у нас не остается, чтобы ее хоть как-то прокачать, поэтому приступаем сразу к чемпионатам. Вот он в лиге Гран Туризма находится, это национальные японские чемпионаты. И здесь вот три у нас гонки. И вот с этим связано еще, кстати, хотел сказать, небольшое нововведение во второй части Гран Туризма. Вот видите, чемпионат, как бы мы в него заходим, и здесь он сделан отдельными гонками. То есть это не идет как три гонки в зачет одного чемпионата, а здесь три отдельно взятых заезда. И ну, нельзя сказать, что мне это понравилось. Тоже одно из таких нововведений, спорных довольно-таки, что сделать такие отдельные заезды, не зависящие друг от друга. Соответственно, с каждой со своим каким-то техническим рейтингом, ограничениями. Это, на мой взгляд, опять же, такое искусственное удлинение игры, то есть, чтобы больше люди покупали машины. Ну что же, вот наша первая гонка, это Midfield Raceway, и мы тут соревнуемся с такими, как это называют, тапочками. Все малолитражечки. Да, ну, смотрю, что и первый виц у нас.
думаю, проблем не возникнет. Ух ты, сопротивляется. Видите, даже на прямых вы гляньте, а? Хотя он гораздо слабее. Несмотря на то, что у нас не ГТР в руках. Ха. Молодец. Достойно, достойно. Ну, видимо, может быть, за счет того, что он гораздо более легкий. Был у него потенциал сопротивляться с нами. Ну, вообще, первые чемпионаты здесь тоже такие разминочные, так сказать. Особой сложности не представляют, чтобы мы сразу на первой же стадии не разочаровались. Дают нам довольно легко выигрывать. Отличная трасса, отличная машина. Здесь еще во второй части, вот видите, в верхнем правом углу есть такая строчка «Рекорд». И вот в первой части игра запоминала рекорд на этой трассе, на данной конкретном чемпионате. И на какой бы машине мы ни ехали, если время улучшаем, то время рекорда тоже улучшалось. Здесь же такого не будет. Best Lap — это в данной конкретной попытке, так скажем, лучший круг. А рекорд, он у нас будет записываться только если мы будем в тайм-триале участвовать. То есть вот так еще и немножечко нас обязали участвовать в тайм-триальных заездах на время. Ну, где берешь трассу, машину и пошел наматывать круги с улучшением времени. Только так вот можно этот рекорд сюда записать. Я долгое время не мог понять вообще, как, каким макаром заполнить эту строчку. Ну, потом понял это. Догадался. Так, ну и вот. Начало нашей карьеры с победы началось. Так. Бой мы смотреть не будем. Первые призовые наши. И, по-моему, машины здесь пока давать нам не будут. Да, машины здесь давать не будут. Так, ну давайте пока сейваться не буду. Сейчас мы с вами еще один чемпионатик проедемся. Тут еще у нас две трассы. Так, тот же Милдфилд. А, ну здесь, да, получается, одна всего лишь трасса и разные рейтинги. Так, интересно, вот 295 лошадей. Осилим ли мы на этом же Skyline? Ну, будет. Если я осилим, то будет, конечно, гораздо сложнее. Да? Здесь уже соперники. Матерые волки. Здесь придется попыхтеть. Сейчас выиграть-то и не удастся. Ничего. Это только начало. Сейчас посмотрим. Прямых, конечно, они нас уже делают хорошо. Мощность у них возросла. Прилично. Ну, в поворотах вроде бы не очень сильно отстаем и даже догоняем.
честные приемчики, но иначе никак. Так, главное вот на прямой сейчас. Прямой-то не оторвутся. Ой-ой-ой, вынесла, вынесла. Нехорошо, очень нехорошо. Да. Еще и отстали. Да. Ну, чувствую, победить нам не удастся здесь. Ну, хоть какие-то призовые зацепить. Вот не за шестое место постараться. Сейчас нам каждая копейка на счету. Да-да-да, ошибайтесь побольше, ребятки. Алтеска. Уйди. Классный аппарат, кстати, Алтеза. Эх, не удалось зацепить никого. Ой-ой-ой. Так, ну, знаешь, будем пятыми. Свои 200 рублей получим. Ладно, сейчас тогда перейдем к другим чемпионатам. Здесь нам пока ловить нечего. Даже не 200, 500 рублей. Так, ладно, сохраняться пока тоже не будем. Сейчас перейдем в Clubman Cup. Там пока что больше нету заездов, которые нам по силам. Вот здесь, а, даже не Clubman, воскресный кубок, Sunday Cup и Clubman Cup. Они у нас... без лицензии даже, видите, вот можно было здесь участвовать, даже не получая никакие лицензии в воскресных гонках. Так, Tahiti Road, ну что же, приступаем. Интересно, что тут и по лошадиным силам ограничений нет никакого. То, может, тут сейчас ГТ-ваны какие-нибудь будут участвовать. И мы на своем Sky. Не до Sky. Слава богу, ГТ-ванов тут нету. Даже Паджеро, по-моему, здесь он участвует. Мини. Вон-то здесь каким макаром он что-то появился. Под стать заиграла. Короче, не джаз. Нет, я думал, сейчас будем отрываться от них в очень быстром темпе, но они как-то рядышком позади идут. Дышат в спину, не хотят отпускать. Сейчас, кстати, хочу немножко о своей любимой теме поговорить, да. О реальных гонках,
есть у нас уже конец февраля, и вот буквально вчера началась финальная серия тестов в Формуле 1 на трассе Каталония Монтмело в Испании под Барселоной. Вот, ну и в общем-то, конечно, в этом году тесты проходят гораздо более предсказуемых условиях. Команды уже совладали со своими силовыми установками. Ну и такого больше преимущества у Мерседеса нету. В прошлом году они всех разгромили по количеству пройденных километров на тестах. В этом году они опять же лидируют, но уже не с таким преимуществом. Все более-менее подтянулись. Вот во вчерашней сессии в четверг Вильямс показал лучшее время. Масса на Вильямсе побил лучшее время тестов барселонских. Вот, ну и Данька Квят наш там на Red Bull тоже осваивается. Будет очень интересно посмотреть, как он возьмется за дело. В общем, пока что-то говорить конкретно, конечно, по итогам тестов нельзя. Но на первый взгляд такая ожидает нас более плотная борьба в этом году. Я все-таки думаю, что Мерседесы будут иметь преимущество, по крайней мере в начале сезона, такое, ну, довольно ощутимое, думаю, но не столь подавляющее, как это было в прошлом году. Я думаю, они все равно фаворитами будут. А, вот смотрите, отвлекусь немножко. High Speed Link написано. Вот тебе опечаточка. High Speed Link должно быть. Link. Хотя, может быть, в европейской версии они в Link переименовали. Будем коннектиться. Вот, так что тесты идут полным ходом. К сожалению, мы окончательно лишились одной из команд, это Caterham. Все, больше его не будет. В марте будет аукцион, где все оставшееся его оборудование распродадут. Вот. Но Маруся, слава богу, ее спасли. Нашелся у нее инвестор, который, ну, как-то пытается вывести ее из кризиса, рассчитаться с долгами. Вот. Ну, по крайней мере, она, правда, она не будет называться больше Марусей, она будет называться, как изначально она была, Мейнером. Вот. То есть это вообще группа-то, компания изначально была Мейнером называлась, помню, ее вот тут были наши, но наши благополучно слились, как обычно, не доведя до конца то, что они начинают, блин. Ну и сейчас решается вообще, с какого этапа Мейнер сможет, Маруся Мейнер, выступать. Ну, пока они пытаются даже вот, успеть даже к Австралии 15 марта. Ну, неизвестно, успеют или нет. Ну и вообще дали 3 гонки отсрочки. В принципе, теоретически они могут до Китая, до середины апреля где-то пытаться. Сейчас они в скором, в таком ускоренном темпе разрабатывают машину. Они делали запрос в FIA, чтобы участвовать на, им разрешили, чтобы участвовать на прошлогодней машине, но команда Force India не дала добро. Формуле 1 нужна единогласие, чтобы решение было единогласным у всех команд. И вот единственная Force India опротестовала это, и Мейнеру придется делать машину, ну, согласно правилам 2015 года. И вот они сейчас очень-очень быстро стараются выпечь своих печах из угли пластика новую машину, соответствующую регламенту 2015 года. Так,
себя, не дам себя. Вот так вот. Вот, это что касается мейнера у нас. То есть будет, ну, в лучшем случае 10 команд. И в 16 году у нас ожидается Haas F1. Это американский предприниматель и владелец гоночных команд в Америке в Наскаре. Решил у нас покорять Олимп Формулы 1. Но это будет только в 16 году. Ну а в 15 нас, я думаю, ожидает более плотная борьба, нежели это было в прошлом году. Вот. Я думаю, Вильямсы подтянутся. На тестах в Херисе Феррари хорошо очень себя проявляла. Ну, на тестах сложно судить о скорости, потому что там неизвестно, кто с каким количеством топлива едет. Достаточно залить совсем чуть-чуть топлива, надеть мягкую резину, и, конечно, ты будешь впереди всех. Посмотрим, в общем. По крайней мере, начало интересное, такое воодушевляющее, многообещающее, но, возможно, это только пыль в глаза. Посмотрим. Все равно раньше Австралии мы ничего толком сказать не сможем. Осталось не так много. Я, честно говорю, жду не дождусь, когда пройдут эти, по сути, осталось 2 недели. Вот. Осталось-то всего ничего. Это как между двумя гран-при. Подождать осталось времени. Ага, вот меня сразу трое обошли. Не говорится. Ну, в общем, будем внимательно следить. И в Австралии увидим, значит, тоже стали способны новые машины, обновленные команды, новые пилоты, новички. Вот. С нетерпением ждем начала сезона. Ну а тем временем на трассе у нас разворачивается довольно плотная борьба. Мы лидируем, но на нас насели. Ну, практически все они плотной группой идут. И так и жаждут забрать у нас лидерство, ждут наши ошибки. Но мы просто так не сдадимся. Вот это Red Rock Valley Speedway, я уже говорил, что... Ух ты, вот они! Не успел я оглянуться. Они уже позади меня все. Отличная трасса, просто одна из лучших во второй части Гран-туризма. И очень-очень жаль, что ее нету в шестой части. Она бы, я думаю, смотрелась блестящий, особенно вот так же на закате. Уж система это освещение, которое у нас есть в шестой части Гран-туризма, было бы просто великолепно смотреть на нее. Вот. И я что-то забыл, оказывается, во второй части Гран-туризма нету трассы R11. Я сейчас перед тем, как записывать серию, чуть полистал, поискал, а ее нету. Я вообще подумал, что она и во второй есть. Оказывается, ее во второй части нету, R11. И она, оказывается, все-таки появляется еще в третьей части Гран-туризма. Но в изрядно таком переработанном варианте и самого такого зрелищного и острого отрезка этой трассы там нет. Это вот с той двойной шиканой. Если вы помните по прохождению первой части, ее там переделали основательно, сделали этот участок более безопасным, более легким. Ну и, в общем, на этом трассе, конечно, многое потеряла. Очень многое, но, по крайней мере, она там вот в таком порезанном варианте, ну и есть. В дальнейшем ее вообще выделили из списка трасс, что, конечно, очень прискорбно. Не знаю, по какой причине. Может быть, разработчики решили, что она слишком сложна. Так, предлагаю нам засейваться сейчас. И
Ну, в этой серии мы прошли, получается, по сути, один чемпионат. Одну трассу там в первом заезде в японском чемпионате, и остальные нам там не удалось уже по мощности одолеть. Здесь еще нужно очень осторожно быть с прокачкой машины, то есть тут чемпионатов гораздо больше, есть ограничения, поэтому нужно внимательно будет смотреть, что мы можем еще пройти на машине данной конфигурации, а что, ну, а где уже можно немножко что-то подкупить. Вот у нас уже есть 17 тысяч, в принципе, можно, я думаю, по крайней мере, зайти в тюнинговое ателье, и если не на лошадиные силы, то, по крайней мере, ходовую часть улучшить нашего Skyline. Так, давайте не будем трогать мощность. Но лучше нет, тормоза, наверное, тоже не стоит, так как скорость не увеличена. Давайте подвеску возьмем, если, конечно, хватит нам денег. Да. Покупаем. Профессионально. Ага, здесь 18 тысяч. Сами гоночные амортизаторы. Ладно. Так, что нам еще можно? Еще можно нам в коробке передач пока пошиться. Так, уже не хватает. Ладно. Сцепление. Давайте возьмем сцепление. На что хватит, то и возьмем. Так. Маховичок. Совсем он дешевенький. Так, ну и на что нам еще хватит? Профессионально. Что здесь у нас? 6,5. Нет, не хватает. Ага, вот. Что нам можно еще взять? И все. Так, по-моему, можно еще, хватит денег немножко облегчиться. Или же на 1500 стоит перерост. Эх, 1200. Ну совсем чуть-чуть, а. Ладно. Немножечко мы все-таки Skyline свой прокачали. Так, давайте посмотрим. Слики сколько у нас стоят. Ага, 17,5 тысяч. Ну да. Так, ну и что же? Давайте, наверное, на этом мы закончим. И в следующей серии продолжим мы покорять Олимп Гран Туризмо 2 и проедем там Клабман Кап. Вот. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был Скудер. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. Ну и увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.